На обратном пути, по мере приближения к Киренску, дети из окрестностей этого города выходили каждый около того села, откуда они, собственно, и пришли. Для этого теплоход делал специальную остановку. А все остальные туристы, вернувшись в Усть-Кут, по своему усмотрению строили свое дальнейшее пребывание. Я вместе с некоторыми из них направился в аэропорт Усть-Кута и, простояв там несколько часов, сумел взять билет до Иркутска, где у меня была забронирована гостиница еще в Москве. А из Иркутска, воспользовавшись бронью гостиницы, я на автобусе доехал до Байкала, это около 60 километров, станция Листвянка. И там на рейсовом катере совершил прогулку с высадкой длительностью около часа в бухте Песчаная. Длина этого маршрута в одну сторону менее 40 километров. А более интересное путешествие сделали некоторые наши туристы, отправившись из Усть-Кута по железной дороге до Северобайкальска. Это участок тогда еще не сданного в постоянную эксплуатацию БАМа был доступен, если сесть на рабочий поезд. И вот именно это они и сделали. А в Северобайкальске они заранее узнали, какие есть возможности, сумели взять билет на теплоход типа ракета на подводных крыльях и через весь Байкал с севера на юг прибыли в Листвянку. И вот там я с ними встретился. А совершить путешествие изначально по их маршруту я просто не решился, потому что знал, что мне надо прибыть в Иркутск, иначе пропадет бронь в гостиницу, а здесь был определенный риск. Неизвестно, когда удастся попасть в отдельные участки этого маршрута. Но, встретившись, я воспользовался их знаниями и советами и решил вместе с ними совершить поездку по уникальной железнодорожной трассе. Она называется Околобайкальская железная дорога. Тогда там ходил поезд от Листвянки до Слюдянки, поезд рабочий. Чуть ли не бесплатный, или какие-то копейки это все стоило, но очень рано утром, в 4-5 утра. Зато можно было в Листвянке переночевать, что я, собственно, и сделал вместе с этими туристами. И на рабочем поезде мы проехали до Слюдянки, а оттуда уже на регулярном автобусе. Трасса длиной около 80 или 90 километров, я вернулся на следующий день в Иркутск. Когда я дома рассказал об этом своему папе, он был очень рад и с большим воодушевлением вспоминал, как он в 1933 и потом 1935 году ездил по этой дороге со своим отцом, моим дедом, когда состоялась командировка моего деда на длительную работу из Москвы в Хабаровск, а потом обратно в 1935 году возвращение в Москву. Из Иркутска я добрался поездом около 1000 километров до Красноярска, откуда у меня начиналась через несколько дней следующая путевка по Енисею.
А вот эти туристы, проехавшие Байкал с севера на юг, тоже очень интересное, более, может быть, интересное, чем я, решили сделать путешествие, доехать по уникальной на то время железнодорожной трассе по линии Абакан-Тайшет.